Али Магомедов будет и первым зал россиянином. Приветствует Али Магомедова. Али узнал о своем участии буквально за двое суток до выхода на ковер и заменяет в этом ивенте Айзека Додерлейна. Этих двух спортсменов. Али буквально первый год находится даже... Да, первый год находится в черных поясах, еще года нет. Свой черный пояс он получал в мой день рождения. Я помню, я отложил празднование и как раз-таки приехал для того, чтобы снять церемонию вручения ему черного пояса. Ну, в том числе... И было это 8 сентября. Своеобразно вы, Алексей, отметили день рождения, но вот какая память осталась? Эмоционально сложно сейчас Бруно Фразато понимать, что весь этот зал поддерживает российского борца. Мы не слышим здесь выкриков из серии «Бруно, Бруно». И не услышим, как мне кажется. В углу у Бруно Фразато находится Аугусто Танкини Мендес, а он не самый громкий человек в этом зале. Попытка слива со стороны Али Магомедова. И она вполне может быть удачна. Да, 2 балла. 2 балла получает Али Магомедов. Хорошее начало. Хорошее начало. Али Магомедов заканчивает этот поединок с сабмишеном. Это великолепно. Великолепно. Сейчас увидим повторы. Думаю, наш режиссер Станислав Петрин. И это уже событие вечера для московской аудитории, для московских поклонников джиу-джитсу. А вот повторы. Али Магомедов выходит на той холд и заканчивает поединок досрочно. Поздравляем, действительно. Это первый россиянин в сегодняшнем карде. Большая победа. И первая досрочная победа. Winner by footlock, your winner is Ali Magomedov! Ты чувствуешь себя героем? Нет, я чувствую, честно говоря, не могу говорить, первый раз выиграл. Черного пояса первый раз выиграл, я имею в виду. Я не думал, что я выиграю, Я вам честно скажу, да, для меня это большой сюрприз, очень приятный сюрприз. Я даже маме своей не хотел говорить, что буду выступать, у меня, ну, надрыв связок был стопы. Поэтому я маме сначала соврал, вообще не говорил, что я буду выступать. В итоге она в Инстаграме увидела, вот, пришла, так что я очень рад, что она пришла, и мне пришлось получилось ее порадовать, скажем так. Да, мне в четверг вечером написали, сказали, выйду ли я на замену. Я, разумеется, сразу сказал, что выйду, даже не думая. Потому что ACB это такой промоушен, который помогает российскому вообще джиу-джитсу развиваться, помогает нам, спортсменам. И я просто не имею права отказывать таким людям, которые вот делают столько для нас. Поэтому я, как я и сказал Заурбеку, в любое время, если вдруг нужно будет даже завтра поехать в ЮАР и побороться там с Леандро Ло, я в деле.